Врачи решат, что вы не вменяемы, что вы не можете отвечать за свои поступки. Вас выпустят на свободу. Ну-ну. Вы где? Вы теперь понимаете, как нужно себя вести, Бруно? За вами следят. Бруно. Вы только не утрируйте, пожалуйста. Потому что если врачи решат, что вы больны на всю голову, вас отсюда вообще никогда не выпустят. Понимаете? Их нужно убедить только в том, что вы чуть-чуть не в себе. Чуть-чуть. Что вы социально опасны, но не совсем. Но человек, во время которого погибли невинные люди, все-таки представляет опасность для общества, не так?